Тысячи мигрантов остаются в затопленном ливневыми дождями палаточном лагере на греко-македонской границе. Несмотря на решение стран, расположенных между Грецией и Германией, от Македонии до Австрии закрыть для них свои границы. Министр внутренних дел Австрии Йоханна Миккель-Лейтнер призвала сегодня беженцев оставить надежду пройти по Балканскому пути на север. Но беженцы по-прежнему уповают на лучшее. Это решение может быть справедливо для ЕС, но оно несправедливо для нас. Тех, кто проделал этот путь и дошел до сюда, чтобы увидеть, как граница закрывается перед самым носом. Это несправедливо. Число мигрантов на греко-македонской границе достигает уже 35 тысяч человек. По данным греческих властей, число мигрантов, прибывающих из Турции, резко подскочило за последние двое суток. За это время морским путем из Турции в Грецию перебрались 2300 беженцев и экономических мигрантов. Беженцы спешат попасть на греческие острова до вступления в силу Европейского соглашения с Турцией о реадмиссии. Многие из них снова гибнут в водах Эгейского моря. В ночь со среды на четверг в море утонули 5 афганцев, в том числе 6-месячный ребенок.